Родина для меня начинается в первую очередь это с маминых блинов, вот с детства, с маминых блинов на Масленицу. Родина начинается для меня с первого пойманного пескарика, с первого вальса в Суворовском училище, с первого прыжка с парашютом, с выполнения интернационального долга перед Родиной в Республике Афганистан. Любить Родину значит, как любить мать, как любить близкого. Это в то же время готовность идти на любые самопожертвования ради Родины. Поэтому любить Родину в первую очередь и делать все для того, чтобы эта Родина процветала.